Одесса, 5 октября 2019, Парк Шевченко, Зеленый театр, выставка «Хризантем». Ну что, дорогие друзья, вы думаете, что такие мероприятия не пользуются успехом, не пользуются спросом? Ну, сейчас я вам покажу. Тем более, что вход платный. 100 гривен для всех, 50 для пенсионеров и детей. Итак, посмотрим. Посмотрим сейчас. Ну что, очередь впечатляет? Да, дорогие друзья. С хлебом, если более-менее все хорошо, то со зрелищами получается явный дефицит. Посмотрите на эту очередь. Да, ладненько. Побежал я на пивной фестиваль, а потом за скотчем и сюда. Спасибо. Да. Я, честно говоря, удивлен. Ну что ж, люди тянутся к прекрасному, цветы, это красиво, это прекрасно, можно только поприветствовать. Ну а как альтернатива? Цветочному раю. Пивной фестиваль. Там где-то слева. Вот туда мы и направляемся. Тарас Григорьевич. Да. А во сколько у вас? И полна пива. Жень, что у нас за соревнование будет буквально через час, через полтора часа? Пир-понг и чемпионат по физе. Все желающие участвовать, принять участие в пир-понге или в чемпионате по физе должны подойти ко мне или к Жене. Мы вот стоим вам вашим ручкой. Подходите к нам и говорите: хотим пиво. Или хотим кипу играть. Объясни еще раз задачу пир-понга. Задача пир-понга. Пир-понг у нас сегодня парный. Участвуют два человека в команде. То есть команда одна и команда противника. Что надо делать? Берете шарик для пир-понга. Вы на него становитесь и кидаете шарик в сакет противника. Да, кристаллы сделаны. Все, все просто, пир-понг. Вы пир-понг? Хорошо. Ты типа, ты вот к ней. Пир-понг ко мне. Подсказкой, конечно. О, откуда у нас голос? О, боже мой. Это он? Я вот не могу этого не заметить. Это серьезная подготовка.
как бирпонгу. Ребята взяли себе совсем чуть-чуть медовухи, чик, горло сполоснули, и все, можно играть. Это победа. Это победа. У нас тут появился видеооператор на территории. Здравствуйте. 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 У вас, наверное, свой канал на Ютубе, да? И не один. И не один канал на Ютубе. Попрошу. Еще одно привело. Это он же Гога. Прошу не бить и жаловать. Он же Гога говорит. Отлично. Приятно познакомиться. Меня зовут Дмитрий. Это Евгения. Очень приятно. Привет зрителям нашего канала. Привет. Все хорошо. Вот людей поснимаю, тебе в камеру. Я предлагаю всем проходить сюда и стесняться. Привет. Диджей, приготовь отбивочку, пожалуйста. Отбивочку. Сейчас. Подождите. Мы начинаем на счет 3. Нет, не на 2, не на 2,5, на 3. То есть, если я говорю 2,5, вы не начинаете пить. 30 тоже не считается. Хорошо? На счет 3. Все запомнили? Все готовы? Поддержка будет у нас? Где наши аплодисменты? Давайте немножко поддержим, ребят. На 3 помним, да? Один. Мы не так в Одессе поддерживаем. Подождите, так нечестно. В стоянке. Да, вот. Вот так вот. Давайте я покажу так. Одну руку вверх, вторую руку вверх. Давайте, давайте. Это уже лучше. Это похоже на одесский Октоберфест. Отлично. Смотрите, на счет 3. Все запомнили? 1, 2, 30. Спокойно. Куда вы так торопитесь? Вы что, 30, я сказал. Куда вы это? Давайте. 1, 2, 3. Поехали! А где поддержка? Где поддержка? Это нелегко! Это после вчерашнего вечера! Давайте, Крипы! Давайте поделим девушку! Посмотрите, что она делает! Давай, давай! У нас есть и парень, и девушка! Они дрались честно! Молодой человек! Кому мы... Давайте так! Напополам! Напополам! То есть я даю девушке 5 литров пива, а мы там уже заделимся. А она уже с вами делится. Да пополам поделит, да? Ну отлично, мы обещали, будет пиво, будет пиво. А ну давайте! А некоторые до сих пор не допили. Поставляем. Все, поставляем. Хорошо, как я обещал. Все по-честному? Кто хочет пиво? Отлично, значит все оставайтесь здесь, мы будем разыгрывать сегодня очень много. Я просто только подъехал, и смотрю, что все, 10 человек, говорит,
Как вы вам сказать, где мы находимся?